Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале «Голос правды». В Перми минус 26 градусов, но ясно. Светит солнышко, небо голубое, практически нет облаков. Я нахожусь в Балатовском парке, в Черняевском лесу. Так как холодно, все-таки народу маловато. Пару человек только видел, вот, прогуливаясь по парку. И всем рекомендую, кстати. Несмотря на холод, все-таки пар не особо валит. Вспомнил прикол из армии. Нас старослужащие целую роту строили. И была такая команда, паровозик. Все вставали и вверх вот так. Пар выпускали так. Представляете, как забавно было со стороны наблюдать паровозик. Ну ладно, друзья, не буду тянуть кота за хвост. Почитал вчера ваши комментарии, комментарии именно подписчиков канала «Голос правды». Спасибо за лестные комментарии, спасибо, что поддержали меня в трудную минуту. Друзья, канал удалять не буду. Ответственно заявляю, что я сам свой канал «Голос правды» удалять не буду. Если, как говорится, нехорошие люди, враги, меня, как говорится, арестуют, удалят канал, тогда, ну, это уже, как говорится, на их совести. Я сам свой канал удалять не буду. Да и, в принципе, он даже уже не мой, он наш канал. Друзья, потому что я что-то вам объясняю, вы мне что-то подсказываете. То есть мы взаимно друг на друга воздействуем, я бы даже сказал, взаимодействуем. То есть, друзья, по сути, это уже наш канал «Голос правды». И имею ли я право удалять наш канал? Ведь каждый из вас тоже внес свою лепту в создании канала «Голос правды». Я думаю, что я не имею такого морального права. Поэтому канал будет жить. Сейчас пересмотрел сериал, созданный по мотивам романа Александра Солженицына «В круге первом». И вспомнил такую интересную мысль, сказанную, высказанную главным героем, персонажем Нержиным. Он сказал, что народ это каждый человек из народа, это песчинка этого народа. То есть мы сами должны работать над своей огранкой, чтобы из нас, из каждой вот этой песчинки образовался, ну, по сути, алмазик. И вот уже все вместе из нас образуется народ. Не толпа, а именно народ. То есть, друзья, штаб Навального 14 февраля Леонид Волков, один из деятелей вот навальнистов, предлагает всем жителям России 14 февраля выйти во двор и включить телефоны, посветить несколько минут и показать, что нам не страшно. Ну, на самом деле, друзья, я вспомнил Наполеона Бонапарта. Он говорил про русский народ, вернее, про русского солдата так. Все народы мира, все солдаты народов мира, они, когда им страшно, они разбегаются в беспорядке. А русские солдаты, они наоборот, когда им страшно, они объединяются вместе и уже атакуют врага. Вот, друзья, может быть, нам наоборот надо испугаться, чтобы для того, чтобы объединиться. А наоборот, не то, что, как говорится, показывать всему миру, что нам не страшно. Может быть, наоборот, надо испугаться уже и объединиться. Ладно, друзья, пишите ваши комментарии. Ставьте лайки, если понравилось видео. Или дизлайки, если не понравилось. Канал удалять не буду. Даю честное слово, как говорится.
Всем до свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды.